Почему? Ага. Всем привет, друзья! Сегодня у нас с вами небольшая приколюха. Сегодня такая игрушка есть в Стиме, совершенно бесплатная, называется Sakura Clicker. Я не мог просто пройти мимо. Вы должны послушать это. Как звучал один комментарий в Стиме, это симулятор стонов. Поехали. О, это босс! Я босса завалил! Это обычный кликер. Помните, я тут развлекался, было дело. На какой-то кликер там... Что-то очень похожее было. Там то ли печеньки мы с вами выращивали, то ли что, я уже забыл. Вот, но этот кликер преодолел тот. Здесь стонущие анимешные фигни. Мы их убиваем. Так, как обычно, можно что-нибудь прокачать. Давайте. У нас есть мечник. У нас есть лучник. У нас всего лишь 21 монетка, ребят. Очень мало денег. Давайте себе прикупим. Что это такое? Базовая сила. А, все. Все, левел 8. Отлично. Автоатака. Ни хрена себе там цены, вы посмотрите. Все, у меня атаки по 6 пошли. Так, нужно срочно набрать чего-нибудь много всего и классного. Анимешники уже фапают, ребята. Так, сейчас, погодите, я разверну мышку так, чтобы можно было захреначивать одним пальцем куда надо. Вы только не думайте, что я что-то там непотребное делаю. Все в порядке. Я все делаю правильно. О, сундук, ну-ка. Что это такое? Вай, о, нифига себе. Ребята, сейчас мы прикупим себе лучницу. Это же босс. Полибосса. Ну, давай. Чего она по-немецки сказала, Найн? Возможно? Есть, мы покупаем себе лучницу. Так, кто такая? О, она автоматически атакует. Да ладно, что, это круто, что ли? Все, я так понял, все, что ниже, они атакуют автоматически. Давайте посмотрим, что еще у нас есть. О, их еще одевать можно. Так, а, вот, это я, ребята, вот как я выгляжу, оказывается. Тут можно... Что такое? А, можно поменять себе причесон. Круто. О, кошка. Надо будет кошка, ребята. Будем играть за кошку. А, эти надо покупать. DLC, хэкпэк. А, ребята, в этой игре DLC есть. Мамочки. Так, физиономия. О, злая кошка. Хорошо. Отлично. Так. Ёлки-палки, в бикини хочу. Не. Ну-ка, сколько это стоит? Давайте посмотрим, вам не показывают. Так, сколько это? 29 рублей. Ребята, 29 рублей. Кому не жалко, идет покупает классные бикини. А я остаюсь. Ладно, пусть будет так. Так, хорошо. О, сундучок, ребята, пока мы тут разбирались с внешним видом нашей героини, главный сундук пришел. Так, что тут еще есть? Какие-то животные. Животные, а что? А, нужно какие-то пэтов собирать, видимо, да, чтобы... приобретать эту фигню. Ну, я не знаю, откуда ее брать. Давайте пошли воевать дальше. Может быть, настроить автокликер, в конце концов. Сделаю игру потише, пишут. Я уже делал. Одевать можно, а раздевать, не знаю. Интересно, а новые будут? Будут ли у нас новые? О, новый голос. Но.
моя мышка. Сунна. О, жесть, просто какая-то. Нереально просто их убивать, они такие... такие классные. Ни хрена себе, это что такое, ребят? Женщина-листик? Комментарий, а мне нравится эта игра? Прям как раз перед сном. А я, говорит, у соседа взял наушники, а то на весь дом такие звуки. Так. Блин, я хочу дайку. Какую-то тут дай. Я хочу ее. Не, ну, стоп. Какой-то босс Биг Аква. А почему так мало здоровья-то? Это специальный босс? Ну? Да-да. Какой голос. Жесть. Так, давайте прикупим себе. Опа, пошел кусками откусывать. Так, видите, моя жена подумала, что я тут кое-что смотрю. Очень, ну, а-та-та. Одна рука на мышке, вторая здесь. Ничего такого, ничего страшного. В конце концов, игра бесплатная, каждый может пойти и сделать, что думает вообще. Думайте, что хотите. Я уже устал, у меня рука реально отваливается. 50-й уровень требуется. Здесь реально автокликер надо ставить. Нереально. Я не помню, это был автокликер. Сейчас замутим. いた、いた。いや。痛いですわ。ダメですわ。もうやだ。いや。痛かった。ちょっと。ちょっと。ダメ。 Так, нажми Enter босс. Так, хорошо, сейчас сделаем. Сейчас я попробую перерывчик поменьше между кликами сделать. Так, давайте прикупим себе еще мега нагибашку. Поехали. Ух, выпили просто, а? У тебя две руки свободны. Там, что ты делаешь? Вот они, я вам их показываю специально, чтобы вы ничего плохого не подумали. Ух, нифига себе, 4000 здоровья у босса. Давай, давай, коси его. Ее. Конечно же. В общем... Мяу-мяу. Давай, босс, опили! Давай, 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 давай! Готов, готово! Фух, я прям вспотел. Я реально вспотел. Уйти из третьей рука, да. Клуб анонимных извращенцев пишет. Вы посмотрите на дамаг.
Так, все, видимо, последний босс, которого мы сможем пройти. Звуки просто огонь. Блин, это огонь. Ух, это просто огонь, ребята, не игра. Ну, давайте купим последнее, что здесь есть. Оно просто атакует. Хотя... А, ну до 50 уровня далеко еще. Ладно. Вот такая, в общем, ребят, игра. Кому интересно, вы всегда можете ее найти в бесплатном разделе в Стиме. Скачать и поиграть, если хотите. Вот такая вот она забавная. Я не знаю, правда, надолго ли вас хватит. Не, ну тут прикольные какие-то тут тигрицы, хреницы. Ну, сиськи у всех большие. Нормальные. Среднестатистический плюс 3, как говорится. Ядовитый плющ там был, да, действительно. Я вспомнил, что это за женщина в листиках. В общем, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам понравилось. А если не понравилось, то мне пофиг. Я поржал просто тупо. Всем всего хорошего. До встречи. Пока-пока.